нужно понимать, что ожирение – это хроническое пожизненное заболевание, склонное к рецидивированию, то есть к повторам. Поэтому ожирение необходимо лечить вместе со специалистами. Способов лечения есть большое количество, в том числе хирургические способы, такие как бариатрическая хирургия, которая дает достаточно стойкий результат на протяжении жизни. Из 15 человек, когда мы их обследовали до проекта, достаточно много было выявлено сопутствующих проблем, связанных с ожирением. Подход к лечению ожирения, он всегда должен быть комплексный. А бойцы держались стойко, очень мужественно и достигли очень хороших результатов. То есть многие потеряли достаточное количество процентов жира, причем преимущественно за счет жировой ткани. Это то, что наносит вред здоровью. Как показывает статистика и практика, что вот подобного рода мероприятия, когда существует общая мотивация у людей на сброс веса, они реальные дают результаты. Клиника движения находится по адресу улица Рионская, дом 2. Телефон для записи 266-266. С кодом города в Волгограде, сайт движение.ком. Всегда рады помочь.